Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан Отец и Хаймерсон. Продолжаем играть в замечательную игру Game Dev Tukon. Так уж вышло, что записываем, когда Хаммер уставший, так что извините, ребята, Counter-Strike был уставший. И это было видно по... Это было видно, в общем, и слышно. И сейчас тоже. Ну, так что уж, просто у нас нету выбора в другое время записывать. Давай продолжим. Становились там, вроде бы что-то там делается. Нажимай. Размещение продукта. Я постараюсь больше я говорить, чем Хаммер. Так. Парни из нашего отдела. Парам-пам-пам. Я заплачу вам 200 тысяч, если вы добавите наши красные взрывающиеся бочки в одной из своих игр. Ну, не знаю. Давай добавим. Бочки красные. Письмо. Отлично. Расслышать. Трам-пам-пам. Хорошо. Это дополнение, да? Что? Красные бочки — это дополнение? Я не знаю, красные бочки. Так, исследование. Виртуальная экономика. Исследование. Ту-ту-ту-ту. Создать свой движок. Базовая физика. Сохранение в облаке. Поддержка модов. А сейчас ждем, видимо, исследования. Еще что-то. Анализ рынка. Похоже, рынок снова нормализовался. Новый движок. О, новый движок, да. Линейный, база физика, поддержка модов, мини-игры, ё-моё. Виртуальная экономика. Вот это движок. Вот это движок. Ох, ох, как начали все. Создаем движок. Новости. Сегодня была выпущена новая консоль. Ну, Nintendo. Движок, собирай. Игра снята с продажи. Движок, давай. Еще немного, движок будет сделан. Движок готов, ей. Что там выбрал? Камера, я не успел посмотреть. Эволюция. Эволюция казуальная? Почему эволюция? Симулятор, эволюция. Ролевые, может? Стратегия лучше. Это развиваться, типа, симулятор. Ну, да, там эволюция всякая. Так, еще на какой-то, да, платформе? Не, только на PC был. Хорошо. О, бочки добавить, может. Давай бочки. А что текст убрать? Ты что текст убрать? Вот видите, ребята, Хаммер уставший совсем, поэтому уж. Если будут какие-то ошибки, вы не серчайте. Развертывание сюжета. Возможности там. Убирает Хаммер всякие. Так, сюжет нужен же? Хотя не нужен. Сюжет не нужен, симулятор, стратегия, движок, геймплей. Вот так вот. Ну геймплей, да. Повышен, да. Если Хаммер вы не слышите, то это нормально, ребят. Он почти уже говорить не может. Так. Маркетинг. Делает рекламу. СМИ пишут Smash. Что там, я не успею просто читать.
А, будет ли хороший град? Не знаю. Да, хороший, там даже новый движок. Смаш 5. Пошел уже этаж на 40. 46. Диалоги нужны? Симулятор у нас. Пишет, что нет. Пишет, что нет. Ну, так что... Нет, так что... Как-то без диалогов совсем. Ладно. Так. Ну, наверное. Пошли, пошли. Шарики, баги. Баги, не в смысле машина, баги. Ошибки. 35 багов, Звук нужен. Звук вокруг. Так, графика должна быть как-то так. Так, распределяет Хаммер, кто кем будет, кто что будет делать. Опять пошел процесс. Сколько же багов? Смотрите, 53 бага. Что ж так много? О, другая выставка началась. Главное сейчас дождаться, чтобы устранили баги. И главное потом выпустить без багов. Успеть нажать. Ажиотаж 140, это считает нормально. Новости индустрии. Трам-пам-пам, Blu-ray. Надо показать, можно показать, 5, подождать 1, пока. 0 багов. 0 багов и выставка. 0 багов и выставка. Выставка 100, 200, 400, 500 тысяч человек. А, баг. Установлены рекорды, улучшили, развились наши работники. Ого, смотри, сколько исследований. Ну, это можно новое исследование всякие. Прикольно, мультиплеер. Дерево мини. Движок мультиплеер. Отправляют в отпуск Хаммер одного из работников. Так, это у нас большая была игра или средняя? Средняя. Средняя. Реально, ну, что-то... Так, унылый, я написал. Унылый. Так. Что там анализ игры был? Машка. Да, он эксклюзивное интервью. Надо было сдержаться. Надо было сдержаться. Почему? Да, хорошо, ладно. Тут непонятно, когда сдержаться, когда не сдержаться. Письмо. Что ж, идет у нас, по-моему, исследование, идет еще что-то. Один, по-моему, в отпуске. Или пришел уже. Не так быстро в отпуск. Вот. Так, это что, анализ рынка идет? Ой, рынка, я уже все. Анализ рынка. Анализ игры. Анализ рынка. Не успел я прочитать, ладно. Что там? Детектив. Детектив. А, это изучаем детектив. Детектив, да? Изучаем тематику детектив. И Хаммер решает сделать игру детектив. Что-то вообще понажимал, я вообще ничего не увидел. Экшн детектив можно. Экшн детектив. Да. Детектив вообще
ну, экшен детектив. Бывает, наверное, экшен детектив. Тут уже три можешь выбирать? Нет, что? Один только, два только. Можно только два. Класс сделать. Пусть только квест будет. Ну, пусть только квест. Кнопку почти не видно. Почему это? Интересно. Как-то не видно кнопку. Так. Чё, ничего не бросили? Так, геймплей будет пониже. Движок вообще не надо бывает. Так. И начали делать. Уже тоже так пошел. Это мало игра, блин. Я маленькую начал делать его. Вот, видите, ребята, говорю, Хаммер уставший, поэтому будут некоторые ошибки. Вы уж простите. А я не могу тут следить, просто не так разбираюсь в этой игре, хорошо, как в Хаммере. Поэтому такие дела. Пошло. Какой-то ажиотаж большой. Странно. Почему ажиотаж большой? Непонятно. Вот, ну вот. Опять же. С багом игра. Вот равно-то мало. Решают всех в отпуск отправить Хаммер. Хотят все. Хотят все в отпуск. А кто же будет работать? Ну, наверное, они быстро придут из отпуска. Да, средняя получилась игра, как я понимаю. Нет, мало. Меньше среднего. Нет, наоборот. Игра можно сделать большую, маленькую, среднюю. Я случайно маленькую сделал. Ой, ты не понял, просто я про что говорю. Средняя, межсредняя игра. Средняя, оценки средние. Ну ты так сказал, оценки. Ну я имел в виду средняя игра, имел в виду насчет оценок. Жизнь в Хаммер, даже не знаю, что тут сделать. Симулятор жизни. Квест. Симулятор жизни, квест. Нормально же? Я не знаю, я, честно говоря, уже не сложно мне это как-то понять. Потому что тоже голова немножко не работает в нужном направлении. Квест, движок, геймплей. Хорошо, какие-то плюсики хоть показываются, хоть как-то можно понять немножко. А то так вообще непонятно. Какую игру создавать? Чего? Ажиотаж большой. На этот раз. Новости PlaySystem 2. Все мы поняли, что это такое PlaySystem. Так, графика, звук, дизайн. Графику кидаем на звук. Даже ажиотаж какой-то. Вот не понимаю, я раньше думал, что ажиотаж, если большой, то вроде как игра лучше. А как-то вот оно не всегда.
50 багов. Откуда столько багов, ребята? Вы же уже не первый день делаете игры. Уже 21 год. Хоть без бага. Новый уровень там кого-то. Какого-то работника. По-моему. А у кого как посмотреть? А где отображается уровень работника? Есть? В него, по-моему, зайти надо. Ага, ну просто там у кого-то поднялся уровень. Ну, он почти у всех там поднимается. У кого-то прям было написано плюсик, там что-то сколько-то циферок какие-то. Ну, типа нового. А, это типа зарплата повысилась у него. Не знаю, наверное. Нормально. Да, ну, достаточно, как говорится, выше среднего получилась игра. У кого-то повысилась зарплата. О, и выставка. Давай выставка. На 91 месте. О, двигается. Это Хаммер двигается. Когда у нас там будет там вот такие сиденья, там вот кто-то будет сидеть. Это надо развивать, да? Красные такие пуфики, или как их назвать. А вон тут вот лаборатория, да. Типа. О, это еще долго. А-а-а. Это надо 800 у кого-то сделать. Можем нанять кого-нибудь, у нас денег много. Давай наймем. За дизайнер. А кто тебе нужен? Там дизайнер или кто? Техник. Техник? Да, Давай наймем хорошего техника. За миллион. Техник за миллион? Это ты им что, в месяц будешь столько платить? Нет, это для поиска. Только 1 миллион потратить. Да за 1 миллион я найду, не знаю, 1 миллион зайцев. Мы сдали эту сумку, банк перечистили, все. А у тебя что-то куда-то в банк наши деньги положить, чтобы... Проверочный платеж. Ну, да, банк! 120 тысяч. Да, всего-то. А что все устали? Все это в отпуск, что ли, хотят? Что это такое желтенькое? 600, надо. 500. 500. Все такие все плохие. 500. А один нормальный есть. Мы это... потратили 1 миллион, чтобы нам плохие техники пришли. Что-то вообще всем плохо стало. И как так 1 миллион на поиске? Что они делали с этим миллионом? Как они... Они искали что? Летая на золотом самолете, разбрасывая золотые монетки? Я не понимаю просто. 1 миллион на поиске. Как? И кого нашли? Никого. Они что, все в отпуск уже хотят? Нет, это типа им... Они не привыкли к новому сотруднику. А, надо его обучить там чему-то. Так я его обучил тоже. А, обучил? Все, он уже не новый, не слабкий. Все задки. О, школа, прикольно. Школа-симулятор. Школа-симулятор. У мошенников что-то говорят. Дизайн учителя, я не знаю просто. Что там? Математика. Дизайн доски, парты, класса, движок. Движка? Движок столовой. Что еще там можно? Звук. Звук вокруг школы. Звук вокруг. Вот симулятор. Школа-симулятор. Ой, а там школа экшен. В вашей школе действительно школа экшен. Почему? Ну все такие бегают. А квест? Хотя какие квесты? Квест. Где мел на доске? Где мел? Мы найдем его. Нужно пройти по коридору, завернуть.
налево. А можно, кстати, вот это вот сделать. За 500 тысяч лицензию. Возьмем? Да не знаю. Просто видишь, у меня плюсики для симулятора, а мы как раз делаем симулятор. Ну давай. Это, ну опять же на нее надо будет игру делать, получается. Школа симулятор? Для детей, для взрослых, для всех школ. Ну вообще школа, это же дети. Че взрослая школа будет? Да все пусть будет. Это игра же. Ну, я думаю, в школу интереснее детям играть. Хотя... Да всем пусть. Ну ладно. Все в шестером давайте. Я опять эту малую сделал. Где? А можно как-то в прошлое вернуться? Я пошел в прошлое. Ну ладно, давай будем заканчивать, потому что действительно сильно Хаммер устал и сказывается действительно на игре. Хорошо, ребята, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.